даже не знаю, с чего начать, братцы. Ну, варианта два. Либо начинаем начинать, либо продолжаем продолжать. В общем, давайте небольшое лирическое вступление, которое займет, я надеюсь, не так много времени. Вернемся к предыдущему видеоролику. Все бы хорошо, все бы ничего. Да, я принял решение уйти с YouTube, потому что, ну, отношение вот это ютубское ко мне, оно мне не понравилось. Что я сделал сейчас? Я, в общем, отключил монетизацию совсем. На обоих каналах она теперь отключена. То есть теперь ни пиндосы, ни я, никто на этом не зарабатывает. Поэтому сейчас я могу спокойно вставлять любую музыку в свои видеоролики, говорить, что хочу и так далее и тому подобное. В общем, перейдем, наверное, больше сейчас к мнению моих подписчиков, да. Давайте немного времени отниму, кому интересно, посмотрите, кому не интересно, сразу перемотайте там вперед, хорошо, там, где я уже еду. Перейдем, значит, к мнению моих подписчиков. Некоторые, ну, они разделились на несколько типов, на несколько, так сказать, групп. Люди, которые мне сказали, некоторые написали: «Сань, блин, снимай где хочешь, выкладывай куда хочешь, мы будем тебя смотреть где угодно, потому что, ну, мне это нравится, да, там, допустим». А вторые были такие, которые сказали: «Блин, Сань, не буду я нигде тебе больше смотреть, как бы, все, давай, пока», там, я отписался. Ладно, тоже нормально. Но были люди такие, которые, не зная меня, да, то есть вообще в целом как человека, зная только меня по Ютубу, по, там сказать, так сказать, по экрану, да, делают какие-то выводы обо мне. Некоторые, да, некоторые сразу, говорю, некоторые были, переходили на оскорбления, на личности. Я их сразу блокировал, потому что человек, не зная меня вообще, как в целом, как человека, да, не видя меня ни разу вживую, может писать гадости. Ну, я таких людей не понимаю, как бы, никогда, ну, не понимал и понимать не буду. Вот, понятно, они сразу блокировались. Значит, третий тип, который писали, ну, второй тип, который там: «Все, я тебя смотреть не буду». Третий тип уже пошли конкретно хейтеры, которые: «Ребят, я столько комментариев получил, блин, меня это так в какие-то моменты веселило, я прям от этого ржал в голос». То есть были люди, которые писали, что: «Иди на войну, там 200 тысяч зарплата, купишь новую машину, блядь, чувак, ты вообще к чему это написал, что за нахер каша у тебя в башке, я не понимаю». Некоторые там писали, что: «Вот ты там поменял пацанов на бабки, бляха-муха, каких пацанов, на какие бабки, ты чё лепишь? Я сказал, что я остаюсь, но буду вот там и вот там, а ты первый сделал ноги, так что получается ливанул-то ты, а не я». Были люди, которые, ну, всякие разные там гадости писали. Вот, ну, в принципе, как бы в какой-то момент я даже подзакипел, потому что, ну, вроде бы же четко объяснил, то есть человек, не просмотрев целиком все, что я говорил, вырвал только начало, да, то, что я ухожу, потому что вот так, и он сделал вывод от того, ну, сделал определенный для себя вывод, да, и вынес определенный там комментарий, да, а почему ты до конца-то не досмотрел, почему ты не посмотрел там, где я говорю, что я отказался от двух реклам, да эти две рекламы мне принесли денег бы больше, чем я зарабатываю на Ютубе за 10 месяцев, понимаешь, я от них отказался, потому что я не хочу размещаться на Ютубе, почему у тебя это из ушей вылетело, пролетело, я так и не понял». И таких, кстати, не один человек, то есть, ну, тоже, ну, недалекого ума люди. Вот, писали разные, да, комментарии, разные, разного характера были, значит, ну, вот основные, да, вот такие. Ну, и четвертый тип людей, братцы, четвертый тип людей, это мне, значит, позвонил Димка, директор дороги. Вообще, ему огромное спасибо за то, что вообще, как бы, ну, он приподнял мне настроение, честно, он мне приподнял настроение. И как-то прям, как будто бы, как желание появилось, да, что-то двигаться дальше. Он мне звонит, говорит: «Сань, что за херня-то?» Я говорю: «Что такое?» «А что, говорит, тебя там крысой называют?» Я говорю: «В смысле где?» «Ну вот мне там комментарий, говорит, мне, ну ему на канал, под его видос прилетел комментарий, что Саня, лесовозный рейс, крыса». Ну я ему, говорит, тоже написал, что сам ты крыса,
Димка звонит мне, типа, ну я же, говорит, понимаю, что... Короче, комментарий следующего характера. Как бы я его сам не читал, это со слов Димки, да? Комментарий следующего характера. Короче, Саня, что-то там бабки или ванул? Следующий комментарий снизу написано, да он просто крыса. И дальше были какие-то там еще комментарии, типа, Саня собрал бабки что-то с кого-то там или что-то, говорит. Я, говорит, не понял, ты думал... Он подумал, что я с кого-то собрал бабки, типа там, ну вот как он благотворительность уже занимается, да, ну занимает, ну было у него, значит, благотворительностью занимался, ну и будет заниматься, я думаю. Вот, он, наверное, подумал, что я так же, как он, собрал с кого-то бабки, короче, или ванул, везде все позаблокировал, позакрывал, говорит, что за херня, я говорю, да ничего такого не было, ты что, гонишь, что ли? И комментарий, типа, Саня собрал бабки, короче, что-то там, или ванул, как крыса, короче. Я просто в голос, я говорю, Димон. Так Димон говорит, так и я тоже, говорит, думаю, бля, это какие бабки должны быть, чтобы Саня просто взял и ливанул. Ну, ну плюс-минус, он, у меня было с ним общее общение, да, мы с ним не раз встречались, мы с ним общались, как бы. И он меня знает, ну, намного лучше, чем те люди, которые вот пишут про меня крыса. Вообще, вот кто вот написал про меня, что я крыса, да, и вот, и, блин, вот если бы... Ты бы знал бы меня лично, да, ты бы общался бы со мной, знал бы, какой я был по жизни, какой я есть по жизни, да. Скорее всего, ты бы этого не писал, но могу тебя уверить в том, что любой из моих друзей, которых, с которыми мы знаемся вот с такого возраста, любой бы из них плюнул бы тебе в лицо, потому что они знают, какой я человек, и за крысу можно вообще как бы даже и ответить. Вот, ну, как говорится, блин, за базар же надо отвечать, да. А человек, по сути дела, ну ладно, что, пускай, господи, ну... Поржал немного с Димоном, ну прям в голос, прям настроение поднял, я там весь на улыбке, весь день ходил. Вот, значит, что у нас по планам, братцы? По планам, есть же, да, вот кто вот, ну есть же те вот эти недалекие, которые говорят, что я там кинул там всех, там, да, там променял на бабки, все из-за бабок. Ты говорил, что там снимаешь для души, а по факту у тебя из-за бабок, да, конечно, от души, а когда тебе в эту душу плюют, а вот теперь задумайся, да, вот ты хейтер, который ты там писал, да, да, по-любому остались, тут еще не все лиманули, а задумайся, да, смотри, три года этому каналу, 3 года я его развивал, сколько было денег вложено в видеокамеру, у меня их было 3, самая дешевая стоила в районе 20, самую дорогую, которую я брал, она стоила 40, плюс флешки, быстрые флешки нужны, там флешка там на 128 гигов, она стоит там порядка 3000 рублей. Все эти провода, программы, ноутбуки, умение все это монтировать и так далее. Как ты думаешь, это все легко или просто дается? Можешь спросить мою жену в комментариях, напиши, я попрошу, чтобы она тебе ответила, что да, это так. Когда я начинал свой канал, я работал на лесовозе, я приезжал поздно, бывает в 11, в 12 часов вечера, и вместо того, чтобы пойти сходить в душик и лечь спать, там, да, допустим, жену свою обнять там, и уснуть там сладеньким сном, понимаешь, я этого не делал. Я что делал? Я брал ноутбук, скидывал... значит, весь материал начинал монтировать. До 2 часов ночи залипаешь в этом ноутбуке, ставишь на рендер, ложишься спать. С утра встаешь, как умалишенный. Думаешь, блять, отрендерилось, пора грузить на YouTube. Сидишь, грузишь, оптимизируешь этот видеоролик. Для чего? Для того, чтобы ты с утра встал, там, в обед или там за ужином, посидел, позалипал в экран телефона или в экран там телевизора, неважно. Если ты думаешь, что это все так просто, типа, да что там, взял телефон, наснимал, вот так вот выложил, то нихера это не просто, я тебе скажу. Человек никогда не будет понимать уровень сложности, пока он сам это не попробует. Поэтому, ну, если ты как бы хочешь, да хейтеры здесь еще остались, давайте, продолжайте, мы тут сейчас поржемся, они все вместе. Короче, ребят, после общения с Димкой, с директором, появилось небольшое желание. Ну, то есть, как, типа, знаете, второе дыхание. Вот. Многие, кстати, даже еще, знаете, писали, что вот, раньше у тебя видосы были интересные, сейчас смотреть вообще неинтересно. Как бы, ну, тоже логику вещей не понимаю, как понять, смотреть вообще неинтересно, но он продолжает смотреть. То есть, мне, ну, что, блядь, видеоролики закончились на Ютубе, что ли? Мне, если неинтересно, я просто не смотрю. Я даже честно сказать, что я ни на кого не подписываюсь. Как бы, ну, у меня нет такого, что вот я сижу, жду, хоп, у меня там всплыло уведомление, вышел новый видеоролик, у меня такого нету. У меня под настроение, я вечером сижу, захотел, допустим, там раз в недельку там что-то глянуть.
зашел на канал там директора дорог, еще какой-то канал, познавательный какой-то или какой-нибудь еще. Зашел, посмотрел видеоролик, два, все, мне достаточно. Итак, вернемся, да, вот то, что видеоролик. Я, ребят, сам вижу, что пошла рутина, то есть, когда была Татра, когда был Трал, был ремонт, были разные рейсы, разная техника, разные места, все по-разному, ничего одинакового, одного и того же. Вот то, что у меня сейчас за окном вот там вот происходит, в каждом видеоролике я этого не показывал, а сейчас это в каждом видеоролике. Понятно, что становится неинтересно, поэтому вас, всех остальных адекватных, ну не тех, которые вот эти вот недоношенные, а вас, нормальных зрителей, которые будут смотреть, которые будут писать комментарии, помогая, толкая видос вперед, вам я могу сказать, что на лесовозе я дорабатываю только сезон. Я когда сюда обратно пришел, с одним уговором, что я дорабатываю, отрабатываем вместе, ну вот с Лехой, да, отрабатываем зимний сезон. Зимний сезон заканчивается в начале апреля, то есть начало апреля, все, я не на лесовозе, меня ждет другая работа, не менее интересная, чем там Татра была и Трал. Очень интересная будет работа, интересные, значит, рейсы, ничего одинакового не будет, все будет абсолютно разное, поэтому, ну, че, блин, продолжать. Сашка немножко подуспокоилась. Ну, слушайте, хотя бы хейтеров отвалилось, там человек 300, наверное, сразу, как бы, ну, отвалилось просто с канала, то есть, блин, чуть поменьше комментариев хейтерских будет. Хотя они тоже ведь нужны, да, с другой стороны, если так подумать. Лайки, что, ребят, спасибо, что смотрите. Вывод сей басни таков, что если ты не знаешь человека, не встречался с ним лично, не имел с ним никаких личных дел, ну, совместных дел, не надо про него писать гадости. Потому что гадость написать легко по факту, да, а за нее ведь потом же еще можно и ответить за эту гадость. Поэтому так, братцы, давайте, Саня, Сашка, что делать? Грузится, стоит, грузится, мы грузимся, стоим на Изендоре. Сегодня два рейса отсюда. Вот, до апреля месяца ждем, в апреле новый контент, новое кино, новые рейсы, новая машина. Короче, вообще, по факту, все будет новое. Наверное, только эта кофта моя старая останется, а все остальное будет новое. Все, братцы, Димон меня загрузил. 50 кубов березы. Тут есть такая береза, которая сгодилась бы на фанеру, но она идет баланс. Кстати, по поводу того, что я говорил, помните про видеокамеры-то, которые я покупал? Сейчас я снимаю на iPhone, 13-й iPhone. Брал я его специально для видеосъемки. Взял я его за 70 тысяч. Чисто для видеосъемки, для того, чтобы картинка, ну, приятнее ведь смотреть вот на такую картинку, да, чем когда ты снимаешь на какую-нибудь мыльницу. Если ты тоже так считаешь, ставь лайкос этому видосу. Так, машина у меня уже обвязана, братцы, давайте, все, я сейчас обвяжу быстренько прицеп и погнали.
Что-то, друзья, выезжал с базы, время было 3 часа ночи. Ну, у кого-то, может, 3 часа утра, у меня ночи. На улице было 25. Сейчас где-то 21, это 22. Ну, прохладненько, чувствуется такой мартовский утренник. Димка, Димка, принимаешь? Давай. Слушай, что-то ты нам последнюю пачку, по-моему, много нагрузил. У меня, блядь, предпоследняя обвязка, пиздец, сантиметров 25-30 не достает. Блядь, у меня нормально, может, не утрясется ничего? Ну, давай сейчас сколько-то проеду, посмотрим. Может быть, ну там нормально, прилично так не достает. У меня, когда ровно загружена, она у меня там, ну, этот, трещотка, может, оборот делает. А тут, блядь, не достает много. Ну так она, в принципе, самая короткая обвязка у меня. Так-то вроде по стойкам, хорошо все, шапки нету, нормально. Ну понял, понял. Ну давай пока докуда-то доеду, сейчас может быть приляжется, так этот, может где-то какой-то бревно там одно раком стало, да. Ну посмотрим. Ну давай. Короче, у меня одна из обвязок, предпоследняя. Ну, либо предпоследняя, либо вторая с конца, либо третья на прицепе. Она, в общем, короткая. Она, когда ровно загружена, трещотка делает всего, ну, там буквально вот лишнего сантиметров 10-15, наверное. Серега, продвигайся куда-нибудь, она, я сейчас заднюю пачку буду. Она впритык. И, в общем, не дотягивается сейчас сантиметров прям 20, наверное, не дотягивается. Но там на кониках лежат березы, они кривые такие, как бы выгнутые, может быть, из-за них. Одной обвязкой прихватил, сейчас подрастрясем немножко лес, немножко уляжется, может быть даже и дотянется. Свежая делянка, дорогу недавно только вскрыли, мы вообще первые сюда заезжали, только вскрытая дорога, и как раз вот сегодня ночью у нас такой морозец, говорю, 25 было. У меня, где я живу в низине возле речки. У меня там вообще 30-ка была ночью. Я когда проснулся, пошел машину запускать, так 30-ка была. Ну, на ртутном градуснике на доме висит, посмотрел. Ну и прихватило дорогу, так ничего, нормально, прям твердая-твердая. Ну, здесь, в принципе, болот-то нету здесь. Леса-то такие с бароватым оттенком. Ну, много елочки, много сосны. А лиственных поворотов все мало. Там, друзья, даже финны всю ночь на ПЖДшке стоят, дымится. Но они в одну смену работают дневную, ночью не стоят, ПЖДшка херачит. Ну там хорек дальше, Димка уже на другую машину грузит. Настроенечко, просто бомба. Сегодня я сюда еще разочек приеду. У меня два рейса же отсюда. Ну я же говорил, да? Да голову налево повернешь, и такое солнышко из-за деревьев. Главное вот сейчас, чтобы небо не заволокло обратно тучами, облаками. А так вообще нормально. Кстати, братцы, вот по поводу вот этих всех видеокамер, да, ну все, что я вот вначале-то говорил. Да, раньше снимал на видеокамеры, но потом мне в какой-то момент я понял, что это очень супер-мега неудобно. Не знаю, вот с Димкой я тоже разговаривал, он говорит, я привык. Блин, сколько бы я ни пытался привыкнуть, я не могу. Эти все флешки, провода, пауэрбанки, ноутбук нужен. В общем, вот потом, получается, и купил себе специально для этих нужд телефон с хорошей камерой. И кто бы мне там ни говорил, что есть андроиды там с хорошей камерой, ребята, ни один андроид, даже самый флагман. Я ни с кем спорить не собираюсь и не буду, но даже самый андроид, даже самый флагман, который там стоит херово кучу денег,
он камерой никогда не догонит iPhone. Даже вот у меня iPhone предпоследней версии, предпредпоследней версии, даже с ним сейчас андроиды, ну, только-только вот они догоняют. Но, правда, эти андроиды стоят там за 100 тысяч рублей и выше, да? Вот, поэтому, как бы, так, с чего вообще, к чему я это говорю-то начал-то? То есть, что все вот эти вот флешки, пауэрбанки, а потом как-то понял, что удобнее будет все это снимать на телефоне, тут же на телефоне монтировать и тут же с телефона и выкладывать. Не нужны никакие флешки больше, провода, ноутбуки и так далее. Колян 86, царствие ему небесное, вот он все свое время снимал на телефоны. Ну, он там с северов еще начинал, он там снимал на какие-то мыльницы. Вот, а потом он начал снимать на iPhone. И у него постоянно был iPhone последней версии. То есть он постоянно снимал на iPhone, и картинка супер. Со звуком, да, немножко, может, в каких-то моментах хромает, но это не потому что из-за телефона, а потому что, да, любой телефон так. Потому что тут много лишних шумов, которые приглушают мой голос, да. Там звук мотора, дребезжание какое-то и так далее. Для этого у меня же есть микрофоны. Я вот все обещаю поснимать опять с микрофонами. Они у меня вот, я их сначала потерял с переездом, потом, значит, я их нашел, убрал на полочку и все, вот так и забываю их в карман положить. У меня обычно они в кармане постоянно лежали, как бы, когда надо, включал. Вот, ну, надеюсь, следующий-то же, я же вообще же этот же видеоролик даже сегодня не рассчитывал писать, поэтому и микрофон-то, соответственно, и не взял. Вот только все обещаю, да. Знаете что, этот, ну, мне же там в комментариях тоже писали, что Сашка балабол. Сашка балабол. Микрофон опять не взял. Короче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите. Ой, смотрите, какая красотища, братцы. Братцы, я вам говорю, я просто, ну, это, ну, просто, ну, я не знаю, как это описать. Блин, знаете, как это? Сейчас оргазм получу, вот такое вот. Блин, еще вот этот вот, я не знаю, передается, не, на камеру не передается, мелкий-мелкий снежок, такая пыль вот эта морозная, знаете, на солнышке так поблескивает. Ой, красотища какая. Блин, ну она непередаваемая, ребят, смотря в экран сейчас, как бы вы, ну, не поймете, насколько здесь кайфово, где вот я сейчас нахожусь. А оно еще, знаете, солнышко мартовское, это оно же греет, еще греет, оно прям, ну, прям чувствуешь, уже печет. Да, кайфец, получил сейчас. Ну, что, я же не первый день по лесным дорогам езжу, я же, тут же надо же искать же, где же вот этот вот кайф-то взять. А вот он же, вот он, солнышко, да, ясный, яркий денек, красивый пейзаж. Ладно, надеюсь, сейчас у меня лес немножко подрастрясется. Я специально так еще по некоторым почкам немножко, ну, чуть-чуть побыстрее еду, чтобы его там потряхивало. Вот, так-то бы, конечно, приподняться бы, залезть туда наверх, посмотреть, не торчит ли там ничего. Потому что, знаете, друзья, что? Потому что, в общем, если приезжаю на ЛПК сейчас, да, и у меня хоть одно бревно лежит выше коника, меня загонят в такую специальную рамку. Там с этими, с улавливателями. Ну, короче, кто в теме, тот в курсе, кто не в теме, объясняю. Специальная рамка с улавливателями. Подъезжает манипулятор, берет у тебя это одно бревно и увозит его. Потом на организацию приходит штраф 3800 рублей. Плачу я. Я буду платить 3800 рублей, чтобы с меня взяли одно бревно. Вот. Хотя тоже вот непонятно, да, смотрите, на некоторых пунктах погрузки, включая в том числе погрузчиков ЛПК, да, они грузят, то есть смотрите, как правило, как гласит правило, к машине подходить нельзя, то есть ты должен стоять в стороне, погрузчик тебя грузит. Делянки, как правило, узкие, ты не можешь, там нету футбольного поля, чтобы сбоку обойти, там посмотреть машину, это все вот так вот узко происходит. Как ты нахер вот там наверху увидишь, что у тебя выше лежит бревно? Я не понимаю. То есть правило есть, да? Он меня погрузил. Бревнышко одно лежит выше коника. Я его не вижу. Я его могу увидеть только залезть туда наверх. И только тогда я увижу. Но залезать на машину нельзя. То есть ни на погрузке, ни на выгрузке, нигде нельзя. Ну, то есть, если я вне погрузки, там, на трассе залезу, да, и увижу, кто с меня его снимет, да.
Надо это выявлять сразу на погрузке. Залезать нельзя. Он мне говорит, все нормально. Я приезжаю на ЛПК, мне говорят, у тебя выше. И берут с меня 3800. Мне кажется, справедливо будет, если 3800 будет платить оператор погрузчика. Он сидит наверху, он грузит, то есть это егоный косяк, да? Почему за егоные косяки должен платить я? Я вот этого понять не могу. Вот здесь вот, кстати, когда-то дороги не было, да? Ну и когда не было дороги, вот здесь такая избушечка стоит, ну, охотничья изба. Ну, она, понятно, уже вся сгнила, развалилась. Вот видите, и прямо с ней рядом сделали дорогу. Обидно, да, вот так вот живешь, тут охотишься, свои угодья, у тебя путики свои. И тут херак приезжают рубить лес и делают просто с твоей избой в рядом, блеха, ну, а целую автомагистраль. Ну и понятно, такие избы забрашиваются. Какой смысл здесь охотиться? Здесь ни дичь, ни никто не будет здесь обитать, потому что если лесовозы постоянно ездят. Да, братцы, на улице я думал потеплело, оказывается, не потеплело. Видно, да? 23 градуса на улице. Ну, со знаком минус. Так, ну что, я останавливался. Пытался дотянуть эту обвязку. Не дотягивается все равно, братцы. Господи, километров 5 хотел сказать. Сантиметров 5, может даже меньше. 3-5-4, вот так. 3-4-5, 5-го. Не дотягивается, в общем, совсем чуть-чуть. Не знаю, давайте. Я сейчас заднюю, последнюю обвязку еще затяну посильнее. Сейчас еще потрясем немного лес. Давайте до перекрестка, до Куратова доедем. И там уже, я думаю, она у меня дотянется. В общем, залез я наверх. Ну, между пачками залез, между машиной и прицепом, в общем. Там же лес торчит, как по ступенькам, чик-чик-чик поднялся. Смотрю наверх, там все ровно, там нормально, там, ну, не выше конника, все там как положено. Там просто с одной стороны, с правой как раз, там на коннике бревно лежит, и оно вот такое вот тугой. И то есть обвязка из-за него не дотягивает. То есть было бы оно прямое, оно бы дотянулось. Одна самая короткая. Ну давайте сейчас уже, в принципе, что, я уже с грунтовочки-то выезжаю, с лесной дороги сейчас. Мне вот осталось-то хер да маленько, и все, и асфальт. И до Куратова доедем, и там попробуем завязаться. Пойдемте посмотрим, что у нас по обвязкам. Здесь все слабое, понятно, оттянется. Тянется, да? Вот эта обвязочка, видите, у меня висит. А, во, по-моему, что-то улеглось, потому что здесь у меня, смотрите, что получилось. Видите, затянуто было капитально. Вот я на трассу вышел, и она, по-моему, сразу ровно встала. Давайте пойдемте проверим. Что она у нас там, где замотана-то? Вот она. Так, подъезжал ее сюда, чтобы не упала где-нибудь. О, смотрите. Ха-ха. Все нормально. Все чики-бомбони. Сейчас Сашка сделает. Блять. Наконец-то. Готовенько. Продолжаем, да? Все отлично. Что-то где-то, видать, все-таки немножко подрастряслось. И у нас уже можно ее поставить на место. Так, эти протянутые, вот это вот еще протянем, давайте. Потому что все-таки на трассу выезжаем, друзья. На трассе должно быть все затянуто. Все так посмотрел на меня. Он думает, наверное, что там стоит с камерой, снимает, как лес обвязывает. Опа, все, готово. Все, братцы, под хорошую музычку, под нормальные треки, и работается прям в кайф. Еще и солнышко такое, да, сука? Послушаем. Дворы поросшие, калитка дряхлая, скорее.
маленький, кукушка из часов не лезет лениться. Картошка в русской печке потихоньку греется. А родимый край, да в русскую избу. А вот и встретил беспризорник матушку свою. Ну чё, как вам трек зашёл? Кому зашёл? Беспризорник называется. А мы едем дальше. Это уж слишком много тракторов, друзья. Я сейчас пока туда-сюда ездил. Ну, пока поднимался к пажге, подхожу. Это уже получается пятый трактор здесь возле пажги. Что-то их вообще перебор. Чистят. Что чистят, я не знаю. Снега не было. Ну, этот вон холостую идет. Один грейдер только идет, обочину шкребет. Пажгу уже прохожу. Да, денек сегодня хороший. Потеплело, кстати, на улице. Давайте сейчас посмотрим. А сколько у нас? Нормально, минус 17. Потеплело, чувствуется, потеплело. Ну что, к обеду там вообще, наверное, я не знаю, градусов 10, наверное, будет. Вот, и сейчас время 10 утра у нас, да. Вон там еще трактор. Что-то они вообще активизировались. Всю зиму не видать где-то там. Хрен пойми, где ездят. Ну, что-то чистят, потому что таять будет. Вон, видите, вот так вот очищают эти знаки дорожные. Расчищают. Еще грейдер полирует. Да эжвы, ребят, еще километров 15 ехать, а здесь уже эжвой пахнет. Ветер, видать, северный надувает вот этим вот целлюлозно-бумажным комбинатом, блин. Этот запах прокисшей квашеной капусты. Целлюлозой вообще. Объездная города Сыктывкара. Асфальт сухой. Солнышко лупит, все высохло. Прям как летом, видите, да? Еще сухой-сухой асфальт. Сейчас еще дороги скоро выровняются. Ну, она вот такая вот. Ну, потому что морозы стояли, да. Морозы у нас, кстати, стояли долго там. За 30-ку, 30-35, под 40 было. И дорога плывет в такие морозы. Ну, то есть, потом лето приходит, она выравнивается, ровная становится. Почему плывет? Потому что разное количество, ну, грунты разные. То есть где-то песка чуть-чуть побольше, под которым глина, а ее там чуть поменьше, да, там не плывет, там ровно остается. А где глины побольше, песка поменьше, ну, подложка, песок, да, то, естественно, на этом месте появляется бугорок небольшой, потому что песок не пучит, а глину пучит. И пучит так не слабо. И пучит так не слабо. Так, кто это у нас? Олежка, да? Здорово, тонкий. Телефон во время движения пользователя запрещено. Спасибо, что напомнил, я в курсе. Давай, буртуй. Давай, буртуй. В общем, вот что получается, да, что глину немножко подпучивает. А песок не подпучивает, и поэтому вот так вот. Ну, где автомагистрали, хорошие, с хорошей отсыпкой, ездил же я по... Там по семерку видел, как отсыпаю там, блин, 2 метра песка отсыпано. Всякие там по новым технологиям, всякие там пластиковые сетки, какие-то нетканки ложат. Там понятно, она будет всегда ровная. А у нас-то тут что? Налепили, насыпали как попало. Вот едешь, всю дорогу скачешь. Ехал и приехал. Хуяки, красный свет на светофоре. Этот предыдущий кадр, друзья, там немножко смазано. Да, я уже заметил, что-то сейчас пересмотрел. Смысл в том, что, короче, когда я включал запись, да, я случайно вот так вот палец навел, вот видите, на камеру. Он сфокусировал мой палец. Потом я палец, ну, то есть он фокусировал, потому что он самый ближний был. И после этого, когда я убрал отсюда палец, он у меня начал ловить вот эту вонючку и фокусировал ее. Ну, короче, телефон типа же умный, там все дела.
Вот, надо было просто по экрану тыкнуть, чтобы расфокусировало объект. Ну и вообще вот такая вот ерунда. Ну ничего, смысл был понятен, да? Про плавуны, про вот эти вот кочки. Все, поехали. Поезд скорый. Москва-Сыктывкар пролетел. Ехаем дальше. Смотрите, я же говорю, ветер северный. Видите, ОПК куда дует. Все как раз туда, на объездную, где я ехал. Вот там вот эта вонища вся и стоит. Ничего так, да? Как этот фильм, это про апокалипсис, знаете? Когда этот, чем беда, там метеориты попадали. Все горит, весь город в огне. Да. Ладненько, подъезжаем к выгрузке, залетаю, выгружаюсь и обратно. Надо будет еще на заправочку заскочить, на Лукойл обязательно. Уже на второй рейс не хватит. Ну и пока пустой же, проще заправляться, чем когда груженый, она у тебя нихера не рулит. А там по заправке поверни налево, поверни направо. Поэтому заправимся, покушаем и за вторым рейсом. Ну что сказать, братцы? Так, справа чисто, слева чисто. Все дуркуют по-разному. Сейчас выезжаю, там он КПП. Вот, и там, короче, ну эти охранники, которые пропускают, стоят что-то. Ну, этот, журнала, короче, вырезали какого-то типа большого такого ножницами. На конус его посадили и стоят его фоткают с разных сторон, ржут, дети малые. Ну что, весна как бы, да, все, у всех крыша едет по-разному. Второй раз сейчас за 3 года, ну 3 года вот этой машине. И второй раз за 3 года получилась ситуация, в общем, какая ситуация. Первый раз она случилась, когда, ну, когда года 2, наверное, назад, или когда там, 2-3 года назад, короче, вот. Приезжаю на ЛПК. Выгрузился, забираю документы, выхожу с документами, смотрю, кубатура не та, понять не могу, что за херня такая, ну не хватает кубов, причем нормально не хватает. Я смотрю, а машина, кажется, не моя, есть второй 815-й, белый МАЗ супер. Вот, я возвращаюсь, говорю, не те документы. Сейчас то же самое, короче, стою, она говорит, ну, номер, я говорю, 815-й. Она говорит, где выгрузились? ДСЦ? Я говорю, нет, степ. Она стоит на меня, смотрит. А на степе, то есть ДСЦ. На ДСЦ выгружают только елку, а на степе выгружают либо хвою, либо, ну, лиственные, то есть там береза, осина и так далее. Вот. Она такая, в смысле на степе? А у нее, в другой 815-й тот, он привез елку. Она смотрит, ты как, типа, ну, елку на степ выгрузил. Такая, ну, у нее шары просто, все уже. Я смекалка, я говорю, посмотрите, это, наверное, второй 815, я говорю, Скобелес холдинга привез? Она такая, да, Скобелес холдинга, я говорю, я с Полеса привез, я говорю, смотрите, ищите другие документы. Все нормально, в общем, разобрались, все отлично. Вышли уже на Ухтинское шоссе, и, ну что, дальше, мы уходим на объездную, до Визинги, заправляемся, кушаем, и снова в лес, повезем уже пиловочник. Пиловочник не знаю куда, посмотрим, куда повезем, куда и повезем. В принципе, разницы нету. Ну, с пиловочником всегда быстро. Во-первых, почему возить пиловочник лучше? Потому что, во-первых, кубатура больше. Ну, потому что коэффициенты, понимаете, да, допустим, там у березы 0, какой там у него 0,58, да, а у, допустим, у сосны пиловочник 0,65 там, или 0,66, какое там, от 25 и выше, которая. То есть по кубатуре ты там сразу за 4 пачки, ты там сразу кубов 10 сверху прибавляй. То есть если я березу привез 50, то пильника я привезу 60, да? Вот, сразу на 10 кубов больше везу. И, соответственно, и выгрузка всегда быстрая. То есть быстрая выгрузка. Неважно, куда приехал на СФЗ, ой, на СФЗ, господи, на Севлеспил, на ЛДК, куда угодно, везде все быстро. То есть нету никаких очередей. А на ЛПК можно в такую очередь встать, что можно несколько часов простоять. Ну все, братцы, давайте рулим в обратную сторону. Погодка шепчет. Сейчас музычку навалю. Кстати, сегодня я на радио. Что-то играет.
Сегодня я на радио, сегодня без флешек, без всяких блютусов, чисто радио. Отлично, радио ловит далеко, на погрузке еду, спокойно радио ловит. Так что, ну так вот, в общем, все шоколадно. Ну что, братцы, вторым рейсом заезжаю в лес. Стекло подзакидало немного, сейчас там за фурой так долго ехал, обогнать не мог. То встречка, то сплошная. Пустой наезд по лес. Так вот. Ладненько, поехали. Потряхивает немного. Коники такие грязные стали. Ужас, прям черные. Даже красного цвета не видать на них. Трасса сырая, накидала. Доехал я, братцы, до Вахты. Остановился, сижу, вооружился ложкой. Время обед, меня начинает немножко в сон. Ай, почему? Потому что я лег что-то там в 10, наверное, с лишним, а встал уже в 2 часа. И в 3 часа я выехал с базы. В общем, покушать надо, ребят. У меня есть чаек, салатик, рис с колбасками, хлебушек. Вот, сейчас, ну, что было, нахватало, в общем, че первая под руку попалась. Сейчас перекушу вечером, уже дома буду, сейчас второй день забахаю и думаю. Ладненько, все, мне приятного аппетита. Ну и смотрим дальше. Заезжаем, друзья. Димон спереди меня идет. Говорит, не был здесь ни разу, не знаю, что за дорога. Ну, очень узкая, как видите, да? Ну, где-то здесь, рядом, потому что лес вон здесь уже сложенный. Я думаю, что тут совсем чуть-чуть осталось до делянки. Вообще близко. Ну, да, от Вахты отъехали, это полкилометра всего. Все, друзья, выходим с леса на асфальт. Загрузили меня. Я, в общем, пока прицеп не грузили. Ну, как там можно так сделать, чтобы он слева фура идет? Можно сделать так, что я ему ставлю прицеп под погрузку. Ну и он, в общем, две пачки сразу грузит. А я в это время сплю. В общем, сколько? Я минут 20, наверное, поспал. Но так тяжело было вставать. Ужас просто такой. Ладненько, давайте. Там нету никого. Вроде бы нету. Надо еще раз, а нет. Там две аж целых машины едут. Сейчас вот чисто. Все, поехали. Так, ну все. Мы на асфальте. Отлично. Ладно, все, давайте до Куратова надо дойти. Опа, тряхает здесь вначале. До Куратова дойти, протянуться и на Севлеспил. Погрузка, господи, выгрузка там должна быть быстрая, потому что, ну, там елку на бирже выгружают в самом начале, то есть даже на территорию заезжать не надо. Подъехал, трактор подъехал, выгрузили. Ни очередей никаких, там ничего такого нету. Поэтому так, ну что, давайте полетели до выгрузки, точнее до Куратова, протягиваемся и на выгрузку. Ну что, братцы, на улице значительно потеплело. Я уже даже в кофте выхожу. То есть, ну, нормально вообще на улице стало. Градусов до 10, наверное. В общем, что, надо протянуть лес, да, потому что вот он, даже пиловочник, видите, как тянется. Ну, в принципе, что, елку ее тянуть, да, ее вообще можно, по идее, елку без обвязок возить. Она потому что сама кора дерева, она же вот такая вся. Короче, не катается она никуда. Это не береза, не осина. Вот так вот она здесь сложена. Вот. Проверю колесики. На предмет целостности. Да, попинаем их. Внутренние попинаем. Накачанные, все нормально. Вот.
Как видите, во льду надо лед этот отбивать, потому что крылья становятся тяжелые. И потом их по трясущей дороге вот эти вот кронштейны у них вот здесь лопаются. Ну ладно. Ну все, все отлично. У меня все отлично. Я пошпиндеферил дальше. Ну что, братцы? Трасса Вятка. Сыктывкар налево, Киров направо. Давайте, ну вы же поняли, да, что там налево. Так, слева есть маленькая, но она поворачивает, вот она. Поэтому погнали. Давайте заходим. Так, ну вот и все. 100, где-то там, что ли, 40 километров, наверное. Да, где-то 140 километров пути. Что я делаю? Я наваливаю музычку свою любимую, какая мне там нравится. И прямым ходом, без остановки, струящим на выгрузке. Ну что, братцы, колеса крутятся, ловышка мутится. Давайте так, до следующего видеоролика.